Короче, он бьет только по блоку. И он интересен тем, что когда с ним стоит в блоке, ты можешь после первой или второй атаки, ну, как комбинация работает. Ты можешь резко... По-любому ты пробиваешь типа блок. Ну, если да. Человек продолжает там сидеть. Да. Это покруче захвата будет. Конечно. Хотя бы с той позиции, что он ментально работает. Блять, ты здесь далеко, откуда есть. Нет, рыбы не куда. Да, да, я вот тоже. Я сам охуел. Да ладно. Ах ты. Блять, а нет, не такими ударами. Как достал? Ну, пока ты приземлялся. Это есть. Так не знаю, я сейчас зацепил тебя или просто не долетел? Я видел, что ты в не долетел. А хотя нет, подожди. Давай, встречи. Заебись. Вот так узнаю. Заебись. Это значит и зоне в такой сидит спит. Как? Я отпустил. Клянусь. Я отпустил. Я тогда вообще нихуя не понимаю. Ну хитро. Нет. Просто апперкотом. Ну, не было же. Было. Ладно. Я запустил в тебя это. Ладно, ладно. Ну тогда раунд выиграл просто. Допустим. Победил, так победил. Победил, так победил, плохо. Ну извини, я что-то это. Чувак, ты меня разъебал. Успокойся нахуй. Я тебя разочаровал, что? Разъебал ты меня. Ага. Я тут прыгаю, когда не хочу прыгать. Что в моей манге не так же? Такой, Паша, не прыгай, Паша, не прыгай. И тут Паша прыгает. Ну, гениально. Нет, не сегодня. Ага.
Блять, оба же подпрыгнули. Да как? Пока приземлял. Заебал, блять. Кстати, а почему ты в воздухе не использовал прием? Потому что я использовал другую чувак. Может, ты не обратил внимания, блять, я там нажимал то, что. Блять, почему он голый вообще? Прям напрыгнул. Да, блять, квадрат. Блять, квадрат. Сейчас я тебя напрыгну, подожди. Да, давай, накажи. Что? Нет! Не стреляй. И стал такой, давай, накажи, немножко. Брусалка. Да. Не, какое, блядь, брусалка, ага. Я уже обрадовался. Я очень. Чувак, это что за говно ты устроил в дозоне? Ай, блядь, туалет еще. А, перкоты мои, все, блядь. Боня, любите перкоты, не любите. Да ладно, нет, полагай, брат. Только не прыгай, не прыгай, говорю. Ох, блядь, я хотел того самого перкота. Да. Завернитесь, баба. Я сел в этот момент. Не отпустишь, да? Ай-яй-яй. Бля, у меня же есть еще один прием. Я его забыл тут делать. Так. Ой, как? Так, блядь. Блядь. Не беги. Ты отошел, короче, рывок сделал. Беги. Ах ты, я забыл, блин. А ну телефон. Это как моя нелюбимая потом. Не любимая, моя тоже. Fatality. Sindel wins.
Только чувствую, как будто ты там нассал что-то размером с Байкал, блять. Короче, я ничего не писать. Чего, куда? Ну, подкладом. Ладом. А что, короче, не писать, что я не знаю. Че ты? А что не писать, что он пилит, я не знаю. Не слышу. Я хочу написать в том стиле, я не знаю. Ну, ты знаешь, чтобы не все это не сопротивляться, а не тут тортик. Да, тортик твою мать, я понял. Сейчас я не ставил блок, чёрт. Ну, значит, оно работает уже. На какие-то действия, видно? Да, пока игрок статичен. Когда статичен, наоборот, не работает, я так понимаю. Нет, это как раз когда... То есть, вот в блоке, если я бью, и тебя сильный, при этом не двигаюсь. Вот, у меня все повисает. То есть, если я тебя ногой пну, у меня уже не получится. Если ты воздух двигаешь, не получится. Это, кстати, логично. Потому что прикинь, воздух если там будет. Блять, она же такая медленная. Ну, что она попадает? Что это будет? Я не знаю, я совсем другой прожимал. Сейчас другой прожимал. И вот, пожалуйста, у меня началась какая-то хуйня. Надо через кимбатом. Да, поэтому ты решил меня даже в конце дозонить просто. Тактика чемпиона, блядь. Это, блядь. Я забыл про запас. Да. Блять, я уже не знаю, что я хочу сделать. Я просто не знаю. Ой! На второй раз. Простите. Ладно.